«Вдохновиться и победить». Воскресенские танцоры вошли в число призеров конкурса «Пируэты Подмосковья», который состоялся в Серпухове в минувшие выходные. Для ансамбля классического танца «Вдохновение» Дворца культуры «Цементник» участие в этом состязании – своеобразная традиция. Раз в два года наши балерины едут показывать и смотреть пируэты. Было очень много коллективов, достойных, хороших, на хорошем уровне. Со всей Московской области приезжают. Мы стали лауреатами разных степеней. И солисты участвовали, и ансамбли разных групп. Мастерство юных балерин на этом узконаправленном и масштабном празднике классического танца оценивало профессиональное жюри, состоявшее из именитых преподавателей высших учебных учреждений. Согласно их решению, на победном пьедестале оказались Мария Иванова, лауреат третьей степени, Антонина Валенкова, лауреат второй степени, Василиса Щербакова, дипломант первой степени, а также средняя группа ансамбля «Вдохновение», лауреат второй степени и старшая группа, лауреат третьей степени. Были авторские постановки, которые я вставлю сама, и классическое наследие – это репертуар из балетов «Конек Горбунок», из постановки такие, как «Джорджа Баланчина». Вот вариация была девочки. Поздравляем наших балерин и их руководителя с заслуженной наградой. А вам, наши дорогие зрители, обещаем в ближайшее время показать, как рождается и куется вдохновение.